Гуманитарный штаб Рината Ахметова увеличивает объем помощи Донбассу и количество городов, куда ее направят. В рамках нового рейса до конца ноября в зону АТО доставят 500 000 продуктовых наборов для взрослых и 40 тысяч наборов для детей. В какие города придет помощь, расскажет Юлия Меньшакирова. Завтра, завтра. С утра мы будем выезжать, да? Да, Андрюша, да. Николай везет в Донецк тонны гуманитарного груза от штаба Рината Ахметова. В городе, охваченном войной, у водителя осталась семья. Дети остались, сидят без работы. Дом разбомбили и тестью, и мне жить негде. Более 100 грузовиков с продуктами из Днепропетровска отправились в зону АТО. Распределительная база в Мариуполе уже не справляется с поступающим объемом гуманитарной помощи. Поэтому в штабе открыли новое направление – напрямую в Донецк. В этом рейсе будет 150 тысяч наборов для взрослых и 20 тысяч наборов для детей. Такой же стандартный продуктовый набор, порядка 15 позиций. И детские наборы, там порядка детские питания, детские смеси. Штаб Рината Ахметова увеличил количество городов, куда направят помощь, ориентируясь на исследования социологов. По данным гуманитарной карты Донбасса, в продуктах остро нуждаются жители Авдеевки, Енакиева, Харциска, Шахтерска и Снежного. Именно в эти города повезут наборы, которые волонтеры ежедневно формируют на Донбасс-арене. Работа здесь кипит даже поздним вечером. Пакеты собирают волонтеры стадиона и футбольного клуба «Шахтер». Объемы помощи растут. Пакеты с едой раздают и во всех районах Донецка. Матери-одиночки, многодетные семьи, инвалиды и пенсионеры получают самые необходимые продукты. Пенсию, конечно, не получаю уже 3 месяца. Ну, а этим покуда живем. Хорошо, что есть помощь фонда Рината Ахметова. Это нам очень помогает в такое трудное время. Спасибо за хорошее отношение к нам, пенсионерам. До конца ноября на Донбасс гуманитарный штаб доставит 500 тысяч пакетов с продуктами и 40 тысяч детских наборов для семей, где есть малыши до 2 лет. Согласно задаче, поставленной Ринатом Ахметовым перед штабом, до конца года жителям Донецкой и Луганской областей раздадут более 1 000 000 гуманитарных наборов. Юлия Меньшакирова, Владимир Конопля. События, канал «Украина».